Эй, блядь. Жесть. Вообще, охуеваю на самом деле. Чё все не спите-то? Бля. Чтобы пожрать, сначала надо приготовить. Охренеть. Во, народ не спится. Сейчас сразу рис поставлю. Всё. Я, кстати, это самое, когда сейчас это, не творог, я на ночь я сейчас риса с грудками ебану. Арбузы потом, может быть, попозже. Я, может, еще ролик сегодня смонтирую. Я сегодня продрыв целый день. И снова пруэт. Блять, 24 ебанутых, и я еще один. На завтрак. Это, блядь, не завтрак, это ужин. Да, точно. Сейчас покажу. Сейчас я рис поставлю, все приготовлю. Это самое. А то он долго будет, блядь, вариться. Рис. Вот такой сегодня рис. Басмати. Пакет. О, закончился. Так. Да, неплохой рис. Но есть получше, сука. Я что-то забыл его сегодня купить. Так, все, рис стоит, сейчас я... У меня, блядь, вечно привычка пожрать и посуду сразу не мыть. Мыть посуду перед тем, как готовить. Бородатый контроль по арбузам, да, это точно. Еще. Сушить. Может, мне это самое, мне надо какого-то единомышленника. Я что-то один очкую их кидать. Мне надо кого-нибудь позвать, сколотить банду. И вместе выбросить, блядь. Пиздец. Может, пиво нажраться перед этим. Потом под пиво, блядь, чистить балкон лопатой. Охуеть. Да они не выебнутся, они мусоров вызовут, стукачи ебаные. Тихаря, блядь, вызовут мусоров. Так. Рассаду. Ну да, весна, блядь, сажаем рассаду. Под окном благоустройством занимаемся, блядь. Удобрение земли. Блин. Так, сейчас гриль. Блять, на столе нету места, блять, под гриль, чтобы он стационарно стоял. Приходится его убирать периодически. Кстати, ёбаный в рот. Гриль-то, блять, помытый. Сейчас покажу. Сейчас кнопку найду. Гриль, блядь, чистоган, смотрите. Ёбаный в рот. У меня живот от ГР. У меня хуй от ГР растет. Я не могу этому не радоваться. Вот, поэтому. Вот гриль, смотрите. Тефаль. Что-то здесь, блядь. Во! Вот такой гриль со съемными панельками. Все, лишнего ничего не надо. Нахуй эта электроника не нужна. Вот, блядь, включил, выключил, все.
нахуй ничего больше не нужно от этого гриля. Все эти, блядь, электронные там прибамбасы. Хуй знает сколько стоят. Толку от них. Нет. Так, сейчас грудку. Где мой супер ножичек? Так. Блять, нож острый, вообще жесть. Так, в упаковке, короче, 844 грамма, 3 грудки. Если поделить, грамм 844 на 3, сколько будет? Короче, одну грудку здоровую такую возьму на раз. Хватит. Две не осилю. У меня живот. Блин, сейчас, секунду. Вот какой у меня живот. Видите? Блять. С кубиками. Чуть-чуть. А заросший, блядь. 280 нормально. Годится. На ночь обжираться нельзя. Пойдет. Так. Потому что. Так. Да, блядь, телес тут уже. Сейчас пару жил отрежу. У ебанских жил. Ну, грамм 20 какого-то говна придется отрезать отсюда. Итого 260. Пойдет. Так. Так. Короче, вот так получилось. Вот так получилось. Так. Сейчас приправка, наверное, где-то была. Так, кто не видел, приправа вот такая, вот, для сочного чего-то там, цыпленка, табака, такая приправа, самый ништяк вкус. Да, мне нравится она, вообще самая такая ништяк. Нет, взгляд не суровый никакой, нормальный взгляд. Ничего сурового нет. Так. Нет, спать не хочу. Сейчас наступило только мое время. Голодный взгляд. Нет, я протеин выпил после тренки. Да, блядь, видите, сколько времени прошло. Косяк на самом деле. Косяк. Не, протеин почему не считается? Считается. У меня считается. Да-да-да-да, для сочного. Чуть-чуть маслица ливану на гриль. Капельку. Чё, печаль, где?
Как пузо-то убрать, блядь? Как пузо убрать? Кому убрать? Мальчику, девочке? Девочке? Пузо у девочки после беременности. Так. Приходите в инферно. Там все свершается. Вот. Так. Что тут потекло все масло. Так, ладно, я выкладываю. Вроде как разогрелся гриль чуть-чуть. Пузо убрать. Правильно кушать надо. Все уберется. Так, вот как это выглядит на гриле. Крутяк. Кушайте. Если вы считаете, что вы правильно кушаете, но пузо не уходит, значит, ни хрена вы неправильно считаете. Надо считать, значит, по-другому. Более правильно. Вот так. А, только начали, ну тогда что? Ну о чем тогда разговаривать? Месяц только обмен веществ раскручивается. А дальше уже будет интереснее. Правильное питание, регулярные тренировки, особенно ну, кардио. Правильное питание, силовые тренировки и кардио. Чудес не бывает, все банально просто. Режим в питании. Через день вообще отлично. Отлично. Чё врач запретил? Кому? Так, все. Накрываем. Да, чудес не бывает. Гормон роста это тоже не чудо. Никому он не поможет. Гормон роста. Вот. Если ты не понимаешь, для чего тебе гормон роста нужен, и как он работает, и с чем его надо делать, и как его надо делать, и для чего его надо делать, он никому не поможет. Все это бреднятина. Кому еще не помог? Клево? Нет, не поможет. Что рассказать? Что рассказать-то? Кто работает? Гормон роста? Не знаю, как рассказать. Хуй его знает, как рассказать, как он работает. Он, во-первых, держит очень хорошо мышечную массу. Очень хорошо держит мышечную массу на сушке. Вот. Он задерживает воду дополнительно в организме. У всех по-разному задерживают. Кого-то заливает, кого-то не заливает. Меня, например, особо не заливает. Я не хожу таким вот ебальником, который в камеру не влазит. Вот. Также гормон роста местно поджигает жировую ткань. Но все это бесполезно, абсолютно нахуй бесполезно. Если у вас нет тренировочного режима, если у вас нет режима в питании специального, а реально достигают результатов на гормоне роста только спортсмены. И спортсмены повыше среднего уровня. Вот. Как правило, топ-атлеты. Вот там, да, результат виден. А все остальные, блядь, я не знаю, зачем люди сливают деньги на гормон роста. Просто для меня загадка, блядь.
Поэтому вывод такой. Если ты не спортсмен, то, на мой взгляд, нахуй не нужен тебе гормон роста. Потрать эти деньги лучше на Таиланд. Вот и все. Ебические, блядь, деньги просто на гормон роста. Не ебические суммы. И все в трубу. Кто-то там суставы хочет подлечить, кто-то там, блядь, жировую поджечь. Да и все это хуйня. Ну сидишь ты на гормоне. Что-то добился, выключил гормон. Через неделю, блядь, нажрался, и как нихуя ничего и не было. Нахуя слил сотку, блядь, тогда на гормон? Если ты, блядь, хуяк и все. Через две недели опять, блядь, еще хуже стал, чем перед гормоном роста. Вот. Поэтому я считаю, что гормон роста нужен. Ух ты, блядь. О, уже походу. Пиздилчик уже готово. Смотрите. Ништячок. Так. Что? А что про пептиды рассказывать? Ну, пептиды — это для тех, кто не хочет химичить. Для тех, кто не хочет юзать фармакологию. Вот. Естественно, никакие пептиды не заменят гормон роста. Это факт. Но на пептидах можно добиться очень неплохих результатов в натуральном, так скажем, тренинге. Когда человек не использует фармакологию. Вот. Про хайгидропин ничего не могу сказать хорошего. В основном это все говно. Он неофициально производится. И я сомневаюсь, что вы найдете хайгидропин. 1%, даже, блядь, 0,1% из 100, что вы найдете хайгидропин, в котором 10 рабочих единиц. Нихуя. 2, 3, 5, может быть, единички. Но не найдете вы в хайгидропине полноценно 10 единиц. Это я вам 100% говорю. Вот что могу про хайгид сказать. То же самое могу сказать и про кикотропин. Динотроп. Динотроп очень хороший гормон. Если это не фейк, я не знаю, есть фейки там на динотроп или нет, мне кажется, на все есть. Если динотроп не фейковый, то, ну, если ты берешь там, где, блядь, надо, там, ну, например, у Коломойцева, например, у Амбалшоп, например, там, ну, то, что я знаю, я не нарывался на подделку динотропа ни разу. У меня вообще как бы не было подделки гормона роста, чтобы я попадал. Потому что, ну, меня в этой среде все знают. И если, допустим, кто-то мне продаст херовый гормон, я думаю, что он об этом пожалеет. Потому что я же могу всем сказать, что дерьмо продали. Поэтому, слава богу, меня миновало. Вот. Участь фейкового гормона роста. Динотроп очень хороший гормон. Динотроп, блять, работает, я его чувствую, пиздец, как мой любимый гормон. Сейчас у меня, я уже показывал, кто не видел, сейчас еще раз покажу. Вот что у меня сейчас. Вот, блять, видели? На русском языке инструкция, в коробке по 5 штук. Брал у Коломойцева гормон 100% рабочий. Это я вам точно говорю. Я не рекламирую, мне никто ничего не платит за эту хуйню. Просто для своих говорю. Для нашей банды. Вот этот гормон реально рабочий. Так что вот так. И еще, на мой взгляд, ансамон. Но ансамон, опять же, где возьмете? Ансамон, блять, опять же, смотря где брать. Например, есть такие ребята, которые на Панамере катаются, которые, блять, в Россию ввозят не очень хороший ансамон. Есть хороший, а есть,
не очень хороший. Чего не Вахатрон? Genetic Lab не пробовал гормон. Нет. Не пробовал. Ну, все знают и так. Чем взбодриться? Кофейку ебануть. Ну я не знаю, я не слежу за кто что там продал. Это я так сказал, чтобы это. Ну все поняли, что я имел в виду. Поэтому. Что там продал, что там купил, похуй. Так, блять, рис. Сейчас, секунду. Сейчас, что у меня тут с рисом-то, блядь. О! Рис. Мать его. Надо рис достать. Да, правильно, брата говорит, жир можно сжечь без этого всего. Без гормона, без пептидов, без жиросжигателей, блять, без спортпита, без всего. Просто ебашить кардио, тренироваться и кушать, блять, куриные грудки с рисом. Правильно. Овощи. А если ты немножко шаришь, чтобы не потерять мышечную массу, то надо увеличить количество употребляемого белка. Вот. Чтобы не просто, блядь, сжечь жир и все мышцы, блядь, одни кости остались, кожа обвисшая. Нужно увеличить количество белка. Вот и все. Так. Я этот рис вывалю из пакетика. Упс. Я сейчас пока не вижу, ребят, что там пишете. Сейчас. Почти все готово, осталось только чайку замутить. Сейчас приду. Вот он, блядь, сахар ебучий. Сейчас жрать пойдем скоро. Сейчас на стол переберемся. Mm.
Так, вроде все. Все на месте. Покажу, что получилось. Вот рис, вот чай. Вот, блядь, что я купил, нахуй. Булки, ебана в рот еще. Это в Перекрестке я забежал. Вместо торта булок купил. Так, я немножко вас отверну. Я стесняюсь есть. Я буду читать и болтать. Доброй ночи. Спасибо. Спасибо. Гречку в Канаде хер найдешь, да? Пептиды. Но если головы нет, то ничего не поможет. Да. У меня таблетки нет, которая поможет. Таблетка, блядь, волшебная, не существует. Да, никто не хочет рвать свою жопу. Читаешь комментарии на раскроликах, блядь, какие же дебилы, блядь, пишут. Меня убивает, знаете, что, кстати, народ? Это пиздец. Вот пауэрлифтинг, например, это спорт, да? Потому что там человек поднял, ему циферку зафиксировали, циферку, да, записали. Человек поднял там сколько-то. А бодибилдинг это нихуя не спорт. Это конкурс красоты. Бодибилдеры нихуя не делают, только с жопами в трусах крутят, блядь, на сцене. А вот это меня вообще убивает, блядь. Сука. То есть, блядь, бодибилдеры, нахуй, это конкурс красоты. Нихуя ничего не делают. Нарциссы, блядь. Вот. Поэтому я нихуя ничего не делаю, только на сцене жопы кручу, блядь. Так что вы зря подписались. Здесь лохотрон, ребята. Вот. Вас обманывают. Вас лысый очкарик обманывает, блядь. Он нихуя ничего не делает. И все. Где жопами покрутим? Да я нарцисс вообще адский просто. Эгоист, нарцисс. Вот. Абсолютный нарцисс, точно. А?
Это машинка стирает. Вертолет взлетает, да. А, кстати, у меня тут вертолеты летают. Здесь это какое? Блядь. Аэропорт у меня вот тут прям рядом. Как он называется-то, блядь? Сука, забыл. Блядь, кто вот здесь в Щербинке живет, знает, как аэропорт называется, забыл. Блядь, вылетело. Блядь, как аэропорт называется, кто знает? Возле Щербинки. Бля, я знаю, там на Ленинград... Ну, Быково есть, да? Нет, Быково это на Ленинградке. Ой, на Волгоградке там. Нет, 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 это не официальное. Три больших, это как же его... Блядь. Сука. Блядь, как же его... Оставь его, вот, оставь его. Оставь его. Здесь аэропорт, оставь его. Ну, здесь такие... Иногда такие самолеты пролетают смешные, что пиздец. Вертолеты, блядь, летают. Да, это аэропорт, оставь его. На микроволновке? А что там за... А там хардлап стоит, банка, блядь, и... Кокос там еще какой-то есть, блядь. Всякая хуйня. Там ничего интересного нет. Сейчас покажу. В смысле с женой? Умерла жена у меня 4 октября. Бля, сука, рис горячий. Ебать, какой рис-то горячий. Какой девушкой? Наверное, да. Все. Че Борода написал, я что-то пропустил. Какой врач, блядь, вам сказал от ГР... Клетки плохие растут. ГР, блядь, размножают хорошие клетки. Ну кто вам, блядь, где вы это нахуй вычитываете, блядь? Какую-то хуйню порнографическую. Блядь, вечно. Какой-то мудак там написал ВКонтакте, блядь. ГР там растит раковые клетки. Схуя ли он будет их растить? Гормон роста поддерживает клетки нормальные. Хорошие клетки. Всего организма. Он для этого предназначен. Где, блядь, доказательства, где какие-то исследования, там, я не знаю, что он способствует развитию рака? Я такого не видел. А то, что там какой-то мудак статью написал ВКонтакте, блядь, ну насрать. Я слышал другую теорию, что наоборот гормоном роста лечат рак. Потому что гормон роста подавляет хуёвые клетки в организме. Наоборот, подавляет. Вот кому верить, хуй его знает, правильно? Поэтому, ребята, от чего умирают бодибилдеры? Вы от рака, блядь, дохуя видели бодибилдеров умирают? Я вообще почти не знаю, но есть там пару примеров. В основном от сердца, да. Если бы гормон роста, блядь, поверьте мне, профессиональный дивизион, он очень большой. И профессиональные атлеты, они как бы на слуху, на виду в разных странах. Если где-то что-то происходит, ну, блядь, ну я не видел, чтобы от рака умирали бодибилдеры. Ну, сами вдумайтесь, блядь, где статистика? Хотя бы, ладно, похуй. Мы не знаем, размножает он или подавляет эти раковые клетки. Статистика, блядь, умерших от рака. Нет. Вот от сердца, да. А почему от сердца? Потому что, блядь,
курят и бухают. Либо жрут нихуя неправильно и хуй знает, может быть. Но я думаю, что так, что не думаю, а уверен. Если провести статистику людей, занимающихся бодибилдингом, умирающих от сердца, и обычных людей, умирающих от сердца, то обычных, блядь, в десятки раз больше дохнет, чем бодибилдеров. Просто у нас происходит случай, мы знаем, это общественно здесь в нашем тусовке, это обсуждается. А то, что каждый день, там в Москве, допустим, сердечников умирает, блядь, десятками. Десятками, блядь, каждый день мрут, нахуй. Об этом никто не пиздит. Ну, умер и умер, умер и умер. Да хуя умирает. Вот именно. А качок умер, все. Это химия, это стероиды, блядь, и все, понеслась. Вот именно. Да вот именно, машина собьет, виноваты стероиды. Спокойной ночи. Для поддержки сердца кибоксин, Q10, кардио делать. Дорожка нет. Нахуй дорожка, колени, блядь, суставы расшибешь к ебеням. Эллипс, велик. Кардио надо делать, только не дорожку. Рибоксин наш обычно, да. Колени, да, нахуй от дорожки. Да, Q10 очень сильная добавка. Да я всегда говорю за эту дорожку ебучую, блядь, ну уже заебали. Ну она реально для долбоебов, для подснежников эта дорожка. Людям объясняешь, блядь, русским языком, просто на пальцах, почему не надо бегать по дорожке, блядь, регулярно. Ну можно пойти там, ну раз в неделю, ну раз хуй знает там. Блядь, люди неадекватны, дорожка, блядь. Понятное дело, он там подснежник пришел, два раза подергался нахуй и съебал. Там ничего, может, не будет. Но люди, которые регулярно ходят по дорожке, это, конечно, пиздец. Пуля уже давно прилетела. Дорожка не только колени, а если там еще и позвоночник, и искривление, или хуй его знает, там хондрозы, и еще что-то, грыжа, это ж пиздос. По всему телу ударная нагрузка, каждый шаг удар. Это может быть незаметно, но микротравмы, блядь, накапливаются.
Людям бесполезно что-то говорить, сохранять. И когда говоришь то, что полезно, они не слушают, не верят, нихуя. Да чем угодно, эллипсоид, его тренажер, степпер. В 99% никто не верит ничего. Ну, как вариант, да, если регулярно можешь час с девочкой, ну, хотя бы минут 40 можешь это, ну, ты понял, шпарить. Почему бы и нет? Охуенное кардио. Только надо не меньше 40 минут. Вот. 15-20 это хуйня все. И нельзя останавливаться нахуй. Как ты, блядь? 40 минут, если сил хватает, то аж заебца тогда. Можешь шпарить. Бля, счастье будет у твоей девушки, пиздец. Только всем не рассказывай, а то желающих дохуя появится. Да, так, кстати, пульс обязательно держать. Не смотри, не перестарайся, блядь. Пульс 120-140 держать. А то, блядь, разойдешься так еще это. Девочку сразу предупреди. Скажи, ебашим 40 минут, пульс 120-140. Я регулирую пульс. Если там тебе надо побыстрее, мне там нельзя, нихуя скажи. Вот. А же если пульс будет зашкаливать, блядь, надо будет немножко снизить обороты. Возможно, придется тебе поработать немножко ну, на снижение пульса, там, так, мягко объясни. Да, вот, чтобы там пульс нормализовался. Но самое главное не останавливаться. Ни в коем случае нельзя делать перерыв. Вот. И 40 минут так. Не, если у тебя от этого пульс 120 держится, то тоже пойдет. Пусть хуярится. Все 40 минут пусть ебашит. Главное, чтобы у тебя пульс 120 был. Блять. Девочки, если вы здесь есть, извините. Да, нормально. Я просто никогда не знал, я, блядь, всю жизнь прожил, не знал, что грудку можно есть с аппетитом, с таким, что пиздец, как вкусно. Вот это с гриля. Рис, он, блядь, в Африке рис, заебал, вот рис. Вот. Да я не могу, я, блядь, блевал от этой вареной или жареной, вот это, блядь, это просто, ну это, знаешь, как, блядь, страшные годы жизни, блядь, просто страшные годы жизни, блядь, с вареной грудкой, это пиздец. Вот. Реально. Мне, блядь, сколько раз рвало, блядь, от этой грудки. Вот. А на гриле просто сказочно. Ну вот у меня сейчас сколько там, 200, хуй с ним, даже самый минимум, 250 грамм, блядь, вылетело просто незаметно. Ты сожри 250 грамм вареной грудки, ой, блядь, это просто, блядь, оттас. Народ, наверное, отключается, вырубается спать. Да 250 грамм вареный, это, блядь. Да и салат тоже мне не лезет.
Знаешь, что борода еще? Вот когда ешь вот эту постную грудку, но жуешь, жуешь на пределе уже, на пределе, что вырвет. И потом попадается вот этот кусочек жирка, там вот эта вот хуйнюшечка, блядь, жилка. Вот этот вот вкус этого жира ебучего. И меня прям нахуй с него. Пиздец. Потому что она же пресная, там любой грамм жира, блядь, он такой, блядь, вкус дает дерьмовый. А здесь он пожарил, и похуй. Ай. Да вы чё, на пароварке, блин? На пароварке, блядь. На пароварке какая нахуй разница, что вареная, что на пароварке? Это пиздец. Кого игнор? Да не, пойду я, наверное, это самое. Может, ролик скручу по-быстренькому стая. Вот. Все, ладно, народ, давайте тогда это самое. Не буду терять время. Ой, блядь, машинка, надо еще белье повесить. А банки? Какие банки? Все, давайте, да. Жду. Надо это. Спокойной ночи всем. Давайте, народ.